Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Каратаев Игорь, проект GKMA, покупки с доставкой товаров из Китая. Вот так вот выглядит сегодня наша посылочка. Была завернута вот в такой вот чехольчик защитный. Это наша маркировка. Так, давайте приступим. Называется Naked 2 Urban Decay или Decay, точно сказать не могу. Сейчас откроем, посмотрим, что это и с чем его едят. Такая вот металлическая коробочка, футлярчик, в котором хранится вот такая вот начинка. Это здесь перо и сама, я не знаю, или тушь, или краска, что это, в общем, как назвать, и зеркальце, да, которым с которого пленку можно содрать, и будет все хорошо видно. То есть вот по данной позиции я больше сказать ничего не могу. То есть я не компетентен, не крашусь, да, соответственно, обзор завершен. Всем пока, всем спасибо.